В центральную районную больницу Суровикинского района поступило 4 пострадавших работника УФСИН. 2 человека находятся в тяжелом состоянии, 2 человека в средней степени тяжести. В настоящее время проходят оперативные вмешательства, проводятся операции в районной больнице. Медицинская служба Суровикинского района усилена 2 бригадами хирургическими из областного центра, 1 бригадой хирургической из Калачевской центральной районной больницы, 3 бригады скорой медицинской помощи территориального центра медицины катастроф, вертолет «Ансат» для эвакуации пострадавших в областной центр, достаточное количество медикаментов, перевязочного материала, компонентов крови. Оказание помощи пострадавшим находится под контролем.